Так девочка развивается в атмосфере нежного, ласкового поведения. И жена также. Вот как с женой разговаривать? Надо разговаривать настолько нежно и ласково, чтобы у ней включился разум. Женщина очень ранимое, чувствительное существо, и найти правильный подход к женщине очень сложно. Но как только ты нашел правильный подход, у нее всегда включается совесть, и она всегда понимает, что она не права. Если ты очень аккуратно с ней по-доброму разговариваешь, что она всегда чувствует истину, женщина. А мужчина чувствует истину только в поступках, не в словах. Вот ему, мужчине, вот что-то объяснять, это мальчику, это бесполезно просто. Надо что-то делать. То же самое вот женщина воспитывает мужа. Говорит, так не делай, так делай. Это все бесполезно. Вот женщины, они как бы вот так, ну, женщина, если не отстраняется от мужа, не показывает ему, что она как бы независима сама по себе, он и не будет беспокоиться. Некоторые женщины уходят от мужа и говорят, блин, непонятно, я ему говорила 10 лет. Теперь ушла, он начал говорить, я меняюсь, все, я хороший стал теперь. Так нафиг мне это уже надо, я уже ушла. Значит, ты не понимаешь просто, кто такой мужчина. Тебе надо было, если уж совсем плохо, пожить отдельно, но не уходить. Потому что именно в это время мужчина и включается, он становится мужчиной. Все. Он начинает меняться, потому что он чувствует, что его что-то происходит не так. И он начинает включаться. Почему так происходит? Потому что у мужчины психика очень сильно заточена на что-то одно. Вот ему надо чего-то в жизни добиваться. Чаще всего это его работа. И понимаете, он не может двумя вещами сразу заниматься. Ему надо включиться сильно во что-то одно. Тогда он может и в другое что-то сильно включиться. Но включение само очень медленное у мужчины. Женщина может параллельно быстро включаться, выключаться во что-то. Но мужчина, он медленно впрягается. И вы там его просите, вот сделай, пожалуйста, то. Это для него целое, понимаете, всю жизнь менять. Он говорит, сейчас все брошу и буду это делать. А что? Да, так и говорит, да? Что значит все брошу? Это значит, что он бросит работу там. Его же никто не заставляет все бросать. Но он не может по-другому. Ему надо переключаться вот на это, чтобы вникнуть туда, как бы разобраться. Вот как мыть полы там. Вот. Женщина раз помыла и все. А мужчине это системный подход. Надо точно знать, как там, что, как. И полы. Защищается. Я понял, а надо женщин всегда защищать. Мужчины козлы, да, а женщин надо всегда защищать. Хорошо. Мужчины, будем защищать женщин. Заинька, солнышко, зоренька ясная, Венера, богиня прекрасная, счастье мое, незабудка красивая, неподражаемое, неповторимое. Ясенька, лапушка, льдинка, картинка, ясный огонь, золотая росинка, пихточка, вишенка, сосенка стройная, очаровательно непревзойденная, прелесть, бальзам, земляничка, клубничка, кошечка, крошечка, песня моя лебединая самая, соблазнительная и желанная, лисонька, кисонька, козочка, розочка, прелесть моя ненаглядная звездочка, нежная, славная, добрая, милая, благослови, чтоб молиться любви мне. Все нормально? Достаточно вам на одну лекцию? Хорошо.